В рамках внеочередной 12-й сессии областного маслихата аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кушербаев отметил, что во многом паводковая ситуация складывается из-за неочищенных русел рек. Вместе с тем большой воды удалось избежать благодаря слаженной работе всех задействованных структур. Паводковая ситуация в регионе находится под контролем, ведется мониторинг. Во избежание больших угроз составлена карта рисков, которая актуализируется на постоянной основе. Глава региона Ермек Кушербаев рекомендовал специалистам вносить в карту рисков паводкоопасные районы. Это поможет избежать больших проблем. Поскольку для нас сезонная работа, привычная работа, но тем не менее очень важно получить адекватную сейчас информацию для того, чтобы мы могли внести еще раз вот эту карту. И план мероприятий, и начать работу по заблаговременно, по еще большей минимизации этих паводков. К примеру, в селе Соловьево района Алтай необходимо увеличить длину моста, расширить проход реки Березовки и поднять дамбы. Эта и другая информация по всем паводкоопасным районам постоянно обновляется на карте рисков. Кроме того, по словам Ермека Кушербаева, в Восточно-Казахстанской области ожидается вторая волна паводков. Первую волну наш регион миновал успешно. В конце февраля мы постарались освободить от льда основные притоки, места, где могут образоваться прожоры. На больших крупных артериях, за счет этого нам удалось избежать того, чтобы вода, когда идет ледоход, она шла по поверхности льда, все зажоры практически сопровождались. Мы считаем, что первая волна была получена, когда более не завершается. Но сейчас началась вторая волна. Аким области подчеркнул, что работа по поддержке районов и минимизации последствий паводков ведется круглосуточно. Составлен план оперативного реагирования на любые изменения ситуации. Алия Симбинова, Ельнур Нурайханов, Алтай Акпарат.